Он и не спрашивает, что там человек. Шорт, смотри. В коробке играете? Нет, это длинная преза, что играешь в КС. Длинная? Бля, коробку сыграть. Блять, фиолетовый, блядь, ты куда смотришь? Долбоёб. Вообще играть не умеют. Не отыгрываете, да? Выиграл. А, нет. А что вы так усюстили? КС играю. Чё? Уйди! Шорт. Пиздец. Ну ты в крысу зачем сидишь? Тупой, боже. Интересно сидеть просто. А зачем мне тебе писать? Нет, нету. Познакомимся. Блять. Что сделал? Монитор вырубила я. Пиздец. Такая злая, что ваш монитор вырубила. А, все. Оп, такая знаешь, что ваш монитор вырубила. Да я вот тут за нажимать начала, блядь, вот так блядь. Держать, и я нажала случайно. Фу, что вы пишете? Нариман, не стыдно тебе? Один бэк. Шорт! Сука! Делай его! Мне тоже интересно, врач, что делает фиолетовый? Ну да, раздавал, когда меня ёбнули. Нихуя даже не помог, блядь, стоял просто. Ой, петухи. Петухи. Петухи его, петухи. Ой, блядь. Я делаю по-умному. Маке, ты, наверное, тоже хочешь пообщаться с моими, братьями, да? Чтоб тебе пизды дали. Вот один уже допизделся. Потом извинялся передо мной. Допиздишься. Нахуй ты его выключила? Я хотела у этого интернет-героя номер спросить, чтобы передать.
Шучу, ладно. Бля, вот почему как в КСке нельзя... Ладно. Еще один вид. Доброе утро, блядь, оранжевый нахуй, конченый. Нижняя тёмка. Пиздец. Отъебись от меня, не буду я тебе писать. Долбоёб. Фу, блядь, какие вы противные. Жалко, вас нельзя расстрелять так же, как в КСке. Можете сами самоуничтожиться.